Достаточно часто мне приходится выслушивать замечания о том, что как автор и ведущая я должна присутствовать в кадре. Good. Пожалуйста. Но не вдаваясь в финансово-технологические подробности, пока появляться я могу лишь подобным образом. Итак, дайджест за июль 2010 года. Нельзя обойти вниманием выставку заметной фигуры одесского андеграунда и работающего на тонкостях перфекциониста Николая Овсейко в NT Art галерее, свежо и декоративистски изъясняющегося Лекомцева с его позитивным посылом, а вот другой молодой автор сумел заявить о себе напротив вселенским пессимизмом в арт-центре «Аурум». Можно было бы сказать про эту выставку, что это маленькая выставка маленьких работ. Их автор – легенда отечественного андеграунда, культовая фигура и человек оттепели, художник Олег Соколов. Размеры работ маленькие, были обусловлены и скромным финансовым положением советской интеллигенции и маленькой комнаткой, в которой жил, творил и выставлялся там же Соколов, куда, теснясь, стремились пробраться интеллигенция научно-техническая, медицинская и даже из философской среды. Николай Овсейко не просто превосходный живописец, его работы добротны, тщательно проработанно и гармонично созданы. Сам автор уверяет, что ему лучше пишется, когда он босыми ногами ощущает тепло земли. И действительно, здесь вместо одесских пейзажей Марины доминирует ландшафт лесостепи, характерный украинский лесостепной ландшафт. Овсейко исповедует латинский принцип «non multa sed multum» – «немного, но многое». И зритель улавливает его. Обозревая пейзажи, все же оборачивается к столь объемно, достоверно и образно написанным тыкве, колесу, арбе, точнее гарбе. Вот зритель войдет в зал, и душа его возрадуется. В экспозиционных залах музея западного и восточного искусства развернута фантасмагорическая и по своему посылу позитивная выставка. Это Александр Лекомцев знакомит со своими новыми работами, которые объединены очень одесским названием «Акватория». Тут чудо-юдо-рыбы, кит, спруты, рыбы с человечьими глазами и дивные творения, а также узором-косяком сложившиеся рыбехи. Когда в арт-центре «Аурум» входишь в пространство забытых снов Николая Лукина, то начинаешь испытывать тревогу. Эти полотна беспокоят. Смотрят на зрителя глазами своих удручающих лиц. Но главное, и что резко выделяет эти холсты из большинства создаваемого в городе, то, что тут тебя не стараются увеселить, развлечь, ублажить, но, напротив, проговорить нечто важное, сокровенное, удачно подавляемое и отодвигаемое в суете каждодневья человеком. Живописец уверяет, что опасения и тревоги приходят к нам во сне, всплывают. Стилистически столь выбивающиеся из общей художественной струи работы могут отсылать Джеймсу Энсеру и даже Эдварду Мунку. А потому выставка носит под название «Корчак». А потому и Ирина Викторовна Галина из Института детской реабилитации имени Януша Корчака пришла на открытие. Интроверт и остро чувствующий мир Николай Лукин, хотя и происходит из семьи художников, но, похоже, имеет
сумел найти свой собственный язык высказывания и темы, которые всецело принадлежат подлинному искусству живописи. Хотя в основу этого дайджеста за июль 2010 года ляжет все же жесть. И на сленге молодого поколения, и в прямом смысле, как основа, материал для творчества. И как основание говорить о двух последующих объектах. Центре на Пушкинской 32 и проекте Стаса Желобнюка. О Хашульте речь пойдет отдельно. They're trying to force me to do abnormal things by working on my spinal cord. Закон самого существования искусства прост. Посреди нищеты и бедности оно погибает. То есть, сколь бы талантов ни породила земля, вне финансирования, на голом энтузиазме искусство долго не протянет. Оттого и съезжают из Одессы, за рубеж, Москву ли, Киев. Ибо, чтобы реализовать идею, а не просто отобразить и изобразить родной ландшафт, необходима поддержка. Более того, цивилизованные предприниматели обычно сами приходят к мысли о необходимости финансовой поддержки интересных идей в творчестве. Нынешний митинг, встреча, выездное мероприятие Европейской бизнес-ассоциации EBA проходило на нашем Одесском цементном заводе, где художники получили возможность не просто живописать, но даже воплотить проект. А тандем Иванов-Желобнюк создать инсталляцию. Трехмерно работающий объект – Вельзевул. И скульптуру – грубую, прямолинейную и суровую, как наша действительность. Хотя лучшей неподготовленной работой, объясняющей название акции «Арт», «Плант», «Цемент», стала заводская труба. И впрямь. Такая уж у нас природа. Земля, порода. Что даже трубу цемента мы уже до половины живой растительностью, плантом обвили. То есть современное искусство живучее. Надо лишь содействовать его существованию, осуществлению.